Итоги последнего аукциона по рекультивации Пихтулинской свалки вызвали большой общественный резонанс. Напомним, что конкурс выиграла малоизвестная компания с небольшим уставным капиталом. Налицо риск не освоить выделенные средства. Об этом не раз говорил глава республики. Комментарии по этому поводу далее. Для нас очень важно, чтобы администрация города Чебоксары приняла все меры для того, чтобы были определены подрядчики, которые бы успели выполнить эти работы. И вот эта вот, скажем, неприглядная вот эта вот свалка, которая мешает жителям города Чебоксары, она просто исчезла, на ее месте появился красивый парк. Я думаю, что администрация города Чебоксары пока еще не приняла все меры. Надо исправить то, что были эти ошибки, и решить проблему со свалкой и с торгами. Все жители республики, особенно жители города, знают, что свалка уже закрыта, и мы понимаем, что это твердые бытовые отходы, и эта ситуация не очень хорошо сказывается на экологии. Сейчас, в тот период, пока свалка не рекультивирована, и атмосферные осадки попадают на свалку, и в виде фильтрата большего потока воды они, естественно, могут попасть в почву, и образование биогаза внутри в теле полигона, это, конечно же, чревато возникновением пожаров, и все вот эти вот вредные вещества, которые выделяются при горении, они, конечно же, могут попасть и в сторону Новоюжного района, и в сторону Нового города. Чем скорее решится вопрос с рекультивацией полигона, тем, конечно же, ситуация вокруг данного микрорайона, данной территории будет более экологически безопасной. Поэтому этот вопрос, конечно, нужно решать как можно быстрее.